«Искусство без границ». Именно так можно описать творчество тверского художника Евгения Новикова. Его работы представлены не только для людей, но и для животных, и даже для рыб. Для создания картин и инсталляции автор использует исконно русский народный материал – бересту. Подробнее об этом расскажет Наталья Федорова. С берестой Евгений Новиков работает уже более 30 лет и за это время участвовал в десятках выставок, в том числе персональных, которые прошли в Тверской области, в Москве и за рубежом. Но отдельный любимый зритель, для которого Евгений создает искусство, это рыбы. Художник, он хочет найти родственные души, хочет, чтобы его поняли. И он вот разными способами отправляет в мир свои картины. И я отправляю свои картины разными способами, в том числе и пуская их по рекам. И вот тут произошла достаточно удивительная история. Мне рассказали, что одна из моих картин, пущенная мной давно в реку, оказалась в Атлантическом океане, возле Гамбии. Ранее Евгений Новиков уже устраивал на опушке леса выставку своих картин для диких зверей. И, по словам автора, она прошла с успехом. Но все же главные поклонники творчества художника среди людей. И он обещал порадовать их новыми оригинальными произведениями.